Доброе утро! Сегодня удивительно солнечный день, и нам невероятно повезло с погодой. Вот уже первые гости прибывают на Экофест 2019, и сейчас мы пойдем и узнаем у них, как у них настроение, как они сюда добрались. В общем, давайте узнаем, что они ждут от этого праздника. Вы из Словакии приехали, да? Вы здесь впервые? Первый раз? Первый раз. А скажите, пожалуйста, что хотите здесь увидеть, что попробовать хотите? Мы хотим возиться на юнибайку, а вискушать и потом людям у нас о том говорить. Откуда вы приехали? Словакии. Расскажите, пожалуйста, вы впервые здесь? Ну, я во вторых здесь, а здесь мой коллега в первых. Здорово. Какие у вас первые вообще впечатления, какие ожидания? Абсолютно прекрасно. Это только поменялось от моей последней поездки здесь. Супер. Скажите, будете кататься на юнибайке? Да, мы ждем. Потому приехали сейчас, чтобы не было много людей. Знаете, что здесь еще будет программа различная? Да, знаем. Скажите, пожалуйста, у нас здесь есть банк земли. Вы привозили с собой образцы почвы? Да, некоторые привезли и сейчас дают. О, здорово, спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо тоже. You came from Slovakia and we saw a lot of people from this country here. Is it your first time? No, for me it's third time. Really? Yeah. So I'm in this project more than 3 years, so every time I'm here for EJ Ecofest. Great. We're very great to see you here. And do you know that there will be some program, not just taking a ride? Yes. Yes, we know, but we don't know particular what is going when, so we need to find out. Global Star Club. Возможности безграничны.